e vorrei poterti dire guarda che luna, ma guarda che mare, ma guarda che luna, dai. Ma guarda che mare. E io registro, registro, hai capito? È registro. Ciao, ciao. Ciao. E allora, cosa prepariamo? Сегодня мы будем готовить необычные котлеты в вине. Но лучше не фай румори. Я упорно ту фай румори. Allora. Prepariamo questo. Già ho detto, ma tu hai fatto rumore. Va bene. Сейчас мы приготовим котлеты по-итальянски в вине. Они получаются карамельно-шоколадного цвета. Очень вкусные, пышные и сочные. Prendi una pentola grande e prendi. Фарш мы уже приготовили вот таким образом. Готовим котлеты. У нас полкилограмма фарша. Хлеб мы уже замочили в горячей воде. Яйцо, соль, перец и петрушка. Лук мы не кладем. И еще сыр. Формаджо. Начинаем жарить котлеты. Сковородка. Олио. Mettiamo olio e facciamo полпетте по-итальянски котлеты. Ну, легко запомнить, потому что похоже. Ну и вино. Вино нужно такое крепленное, сухое, не сладкое. Пока Антонио делает котлеты, я хотела рассказать, что вот у нас сегодня прямо опять замечательный день, солнышко светит, тепло. Несколько дней тому назад у нас выпал снег, было пасмурно и холодно. А на севере Италии выпал снег высотой 2 метра. Мы обжарили котлеты с двух сторон. Барбера, вино д'Абруццо. Сейчас мы
Сейчас добавляем вино. И прибавляем огонь. И крышкой не накрываем. Оставляем. Prendere gusto del vino. Оставляем вот так кипеть, чтобы вино выкипело, а котлеты стали шоколадно-карамельного цвета. Тогда уже можно будет есть котлеты. Che ha consumato praticamente il vino, hai capito? От вина ничего не осталось. Сейчас мы попробуем. Наши карамельные котлеты готовы. Сейчас мы будем их пробовать. Пробуем. Я попробую хороший кусочек, побольше. Будешь? Котлеты получились замечательные, вкусные. Чин-чин. Чин-чин. Мы с вами прощаемся. Желаю вам всем всего самого доброго. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и будьте здоровы. Чао-чао.